Всем привет, это UF Design. Мы продолжаем серию наших обучающих роликов, несмотря на то, что они выходят не очень регулярно, мы стараемся. Сегодня будем рассматривать одну из новых технологий, которые этим летом представили на WWDC Apple. На самом деле технологию представили Microsoft, просто Apple заявили о ее поддержке, причем заявили о ней раньше, чем команда Google Chrome. Как минимум поэтому, наверное, стоит рассмотреть. Посмотрим, что из этого получилось. Давайте предметно перейдем к предмету обсуждения. Называется CSS Scroll Snap Points. Ну, вы по заголовку ролика уже, скорее всего, поняли, о чем речь, но тем не менее. Всем нам знаком вот этот плагин, ну, или его аналоги какие-то, то есть их на самом деле большое количество. Full Page JS. Я его один раз использовал для того, чтобы сделать вот такие вот... как это сказать, слайд-шоу, ну там вертикальное, горизонтальное, абсолютно неважно, с помощью JavaScript, чтобы он перемещал целыми блоками экран. То есть не просто мы скроллили по лендингу так, как нам было удобно, а контент потребляли теми частями, которыми разработчики хотели, чтобы мы его потребляли. Я на самом деле всегда был противником таких вещей, потому что это изменение стандартного юзабилити, то есть, ну, скролл есть скролл, и пусть он останется таким, каким должен быть. То есть это все равно, что поменять пользователю, который не знает об этом, клик левой кнопкой мыши на правую и наоборот. То есть будет... конфьюз очень большой, и здесь примерно то же самое. Но, тем не менее, это такой прием для интерфейсов все больше набирает обороты, причем в основном еще и из-за планшетов, из-за тач-устройств, потому что на них это как бы более нативно выглядит, то есть ты один экран перелистываешь туда-сюда, и все понятно. Существует огромное количество JavaScript-решений, но, тем не менее, кроме этого... решили добавить спецификацию, реализацию такого поведения на CSS. Давайте посмотрим стандарт, я сейчас его здесь вынесу. 26 марта 2015 года был первый черновик вот этот представлен. Он же является актуальной версией, то есть если я нажму Latest Version, то здесь именно он и будет открыт. Редакторы, как вы видите, двое чуваков из Microsoft. Что нас наталкивает на мысль о том, что, скорее всего, в одном из новых IE уже будет поддерживаться эта штука. Мы посмотрим в самом конце поддержку браузеров для того, чтобы как бы картина полная была. В общем, у нас здесь, как вы видите, по заголовкам есть 4 свойства. Scroll Snap Type, Points X, Points Y, Snap Destination, Snap Coordinate. Первые вот эти три списочка, они применяются к контейнеру, и Snap Coordinate применяется к непосредственно дочернему элементу. Здесь некая аналогия с Flexbox. Кстати, про него мы тоже ролик снимали, посмотрите на канале. И там тоже половина свойств применяется к контейнеру, а половина непосредственно к самим элементам. Ну, давайте посмотрим, что здесь о чем. Ну, здесь нам пишут о том, что... этот стандарт был придуман для того, чтобы вот избавиться там от JavaScript-овых решений, несмотря на то, что есть там UX-парадигмы, что это делать не стоит. Здесь есть несколько значений, показывают, какие значения должны быть. То есть вы видите Snap Point, здесь на диаграмме очень понятно. Есть контейнер, внутри него типа лента, то есть вот контейнер черным, внутри него лента с контентом, и контент каждые 500 пикселей в данном случае перелистывается. То есть все, как мы настроим. Что касается разметки, то вот здесь div photo gallery, в нем имиджи, и у photo gallery мы пишем scroll snap type mandatory. Здесь будет еще указано значение, какие они принимают. Mandatory proximity. Proximity пока непонятно, как работает. Здесь даже написано, что не совсем понятно, как это работает. Но mandatory работает уже везде. То есть, если хотите просто применить это свойство, используйте mandatory. Так, давайте вернемся сюда. Кроме этого, snap destination пока не обращайте внимания. White space no wrap сделано для того, чтобы весь контент уходил не вниз, а уходил в бок. То есть, если за оверфлоуина со стороны X, то все равно будет уходить все вправо, несмотря на то, что проскроллить мы это не сможем. Здесь вот есть такие варианты по тому, в какое место будет destination приходить. То есть вот как раз про это свойство 50-50%. Чтобы на центр каждый раз приходило, нам
для нашего примера это не совсем обязательно. Для некоторых из элементов можно менять координату. Если прописывать scroll snap coordinate для непосредственного элемента, он будет перекрывать значение snap destination у всего контейнера. Ну, посмотрим это на примерах, хотя реализовано это все пока далеко не так круто, как хотелось бы. Об этом как раз и посмотрим. То есть scroll snap type бывает mandatory proximity, используйте mandatory snap points x, y, принимает значение repeat, и в скобках любые CSS-единицы для измерения длины. То есть как статические, типа пикселей, там, емов, так и... Fluid, забыл русское слово. Так и относительное, типа процентов, viewport height, viewport width и так далее. Тоже посмотрим все на примерах. Про destinations и coordinates мы уже сказали, то есть все понятно. Я сделал небольшой пример на CodePen. То есть здесь у нас два контейнера, в котором по горизонтали вот это все скроллится. То есть вы видите, это я не аккуратно так скроллю до тех кусочков, которые нужно. Это на самом деле работает штука. Вот видите, я чуть-чуть подношу. Если я недостаточно проскралливаю, то он возвращается назад. А так он перепрыгивает на каждый элемент. Ну, то же самое с вертикалью. То есть вы можете заметить, работает все отлично. В данный момент я работаю в Safari 9. То есть это на бете El Capitan. Какой-то там билд 11601, неважно какой. Вот в нем это все работает. Давайте посмотрим на разметку. Хотя в разметке у нас div с классом container horizontal, и в нем ссылочки с картинками. То есть я почему сделал ссылочки с картинками? С нашим любимым атрибутом target blank, который на самом деле тоже грубое нарушение юзабилити, но очень много заказчиков просит его ставить, я думаю, вы сами знаете. И не всегда удается их убедить в том, что не всегда это круто. Поэтому можно на самом деле жать. Здесь ссылочки на обзоры тоже приложены так, в рамках рекламы. Так, но я сделал здесь шрифт, базовые всякие стили и так далее, заголовки. Контейнер — это generic стили, то есть те, которые наследуют и те, и те. То есть, грубо говоря, его, вот вы видите, Extended Container Horizontal Vertical, Margin Auto, здесь отступ снизу, максимальная ширина, высота и так далее, Overflow Hidden. Кроме этого, есть у Container Horizontal Overflow X Auto, чтобы мы могли скроллить внутри, и Y Hidden, то есть, чтобы не было внизу никаких соплей. White Space No Wrap, опять же, для этого же. Кстати, я здесь использую Font Size Zero. Если я это закомментирую сейчас, то у нас появится небольшое белое... Так, закомментирую, сохраню и перезагружу. Здесь CodePen не всегда хорошо работает. Так вот, если вы можете видеть, то если я Font Size закомментирую, то имиджи по дефолту инлайновые элементы, там вон такой вот будет... пропуск, через него фон просвечивает, поэтому такое свойство тоже добавьте, с ним все будет значительно спокойнее. Так вот, snap type mandatory. Кстати, префикс WebKit нужен для Safari, для Firefox он не нужен, для IE, по-моему, нужен MS. Scroll snap type, у меня, к сожалению, нет возможности проверить на каких-то там хороших IE, на Edge и так далее, но должно быть. Я здесь поставил repeat 480 пикселей, то есть фиксированное значение, потому что вот эта картиночка, точнее не картиночка, а сам контейнер, как вы видите, 480 пикселей. Если я сейчас здесь сделаю 100%, то есть, как я сказал, относительно единицы измерения, вот так вот, то работать будет на самом деле точно так же. Сейчас я сохранюсь, перезагружу, для того, чтобы, опять же, это было стопудово. Я не знаю, здесь CodePen не сильно показывает, когда перезагрузилось. Вы видите, то же самое работает, то есть со 100% все ясно. А что касается вертикальных вот этих штук, то здесь, естественно, Overflow X Hidden, Overflow Y Auto. То есть вот, чтобы скроллилось по вертикали, тоже mandatory. И тут 100% сразу я уже сделал. То есть если мы... да, я хотел на этом примере показать относительное значение. Если мы здесь поставим, например, 200 пикселей. Так, там, по-моему, высота 270, да? Да.
То есть 200 пикселей он будет не до конца проскролливать. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть вы видите, он не до каких-то там... Ну, как бы не весь слайд, не всю картинку пролистывает, это только каждые 200 пикселей. И не совсем понятно, зачем нам такое поведение. Но, тем не менее, это тоже можно сделать. Давайте я верну на 100% и покажу про Snap Destination. Несмотря на то, что в Safari уже весь стандарт, в принципе, имплементирован, работает он немного дерьмово, потому что вот я двигаю, и он на 50 продвинул, на первые 50 совсем со скрипом продвигивает, очень легко проскроллить, вот так вот. И последний вообще не двигает. То есть здесь 150% сразу идет сдвижение. Не совсем понятно, как и почему. Напишите в комментариях, если вы знаете точный ответ, коряво это имплементировано или что-то еще. Но пока работает примерно так, и лучше использовать просто то стандартное поведение, которое получилось от 100% там, или от фиксированной какой-то длины, ширины, высоты точнее, все будет ясно. Если вдруг вам нужно детектить JavaScript, поддерживается это свойство или нет, и что-нибудь другое, например, делать, то вот здесь я написал снипет небольшой из scroll snap supported, это переменная, в которой будет находиться true или false, как обычно. Scroll snap type должно быть параметр в document element style и webkit scroll snap type, то есть для Firefox и Safari соответственно. Если нет, то в консоли у нас появляется фраза you're a loser. И давайте посмотрим, как это выглядит, например, в Chrome, потому что Chrome все еще не поддерживает этот стандарт. Да, то есть если я сейчас здесь дождусь загрузки, то оно просто скроллится внутри, причем скроллится довольно-таки подторможенно. Кстати говоря, вот эти вот Scroll Snap Points, они ускорены видеокартой, то есть они типа должны быстро и плавно работать. Все равно иногда подлагивают, но тем не менее... Лучше точно уже не будет. И в консоли у нас написано You're a loser. То есть в Chrome пока не поддерживается. Причем даже в Canary, я смотрел там по флагам и так далее, они все еще не добавили поддержку этой штуки. Но это, кстати, здесь видно. Где это видно? Нет, это не здесь видно, сверху, да? Нет, не сказано. Где-то было написано, в каких браузерах работает. Здесь они не добавили вот эту все еще штуку всплывающую, в котором написано, где работает. Ну и второе CodePen, который я хотел показать, это вот этот full screen CSS Scroll Snap Points. Я просто здесь сделал, опять же, большой контейнер, в нем ссылочки. И вот, то есть то самое поведение, которое мы смотрели в самом начале. Плавность, конечно, немного другая. Это, наверное, можно будет вскоре настраивать. Но, тем не менее, что-то очень похожее, без JavaScript, ускоренное, и работает вполне себе круто. Не совсем ясно, если я сделаю на full page, почему здесь остается вот этот пробел, несмотря на то, что здесь стоит 100% vertical height элемент. Но, видимо, из-за того, что CodePen, iFrame и так далее, там немножечко подмена понятий по контейнерам происходит, здесь все работает нормально. Так, давайте теперь перейдем к поддержке браузеров. Посмотрим на нашем любимом CanIUse. Как видите, да, в Chrome все еще нет никакой поддержки. В IE работает с префиксом MS, начиная с 10-й версии. То есть, я не помню, 10-ю версию можно поставить на 7, на Windows 7 или нет. На Windows 8 точно можно. 10-й, 11-й и Edge. Пишите в комментариях, работают у вас вот эти CodePen в 10-м, 11-м и Edge. Я ссылки все привожу к описанию. В Firefox, начиная с 39-й версии, поддерживается. Я поставил себе 40-ю и 41-ю. То есть Firefox Developer Edition — это 41 альфа, Firefox Beta — это 40. Сейчас посмотрим, как там. В Safari 9, начиная с 9-й, с префиксом WebKit. И то же самое в мобильном Safari на iOS. То есть ни у каких хромных движков пока, блинковых движков пока нету никакой поддержки. Давайте посмотрим, как это выглядит в Firefox. Так, сейчас мы скопируем ссылочки. Это у нас Firefox должен быть 40-й. Да, это 40-й бета-канал. Да, да, оно здесь работает все по горизонтали.
тоже плавность, наверное, оставляет желать лучшего, но мы здесь сегодня технологические энтузиасты, смотрим как что. Вот здесь скроллит немного через полтора из-за того, что с процентами коряво работает. Если я сделаю... Ага, ну да, тут-то ВХ некуда делать. Давайте сейчас посмотрим на фуллскрине. Почему-то здесь все еще с вот этими... Как же я... Относительными, с этими относительными единицами измерения не совсем ясно. На вот этой вот штуке, которая фуллскрин, если я сделаю... Да, здесь ВХ, и тут он скроллит нормально. Как надо, по 100%, грубо говоря. С процентами работает почему-то коряво. Это был Firefox 40, закрыть вкладки. И если мы посмотрим Firefox 41 Developer Edition, то там уже все нормально. То есть ВХ, естественно, работает. Кстати, работает значительно быстрее, чем в 40-м. Может быть, просто здесь GPU лучше как-то используется, но просто значительно плавнее, прям небо и земля. И что касается здесь, да, здесь тоже 100%. А, нет, тоже скроллит неровно. Ну, видимо, у Firefox по-прежнему проблема с вот этими штуками. Если я сейчас попробую написать здесь Proximity, может быть, на нем сработает, я не знаю, так перезагрузился. Но тут чуть-чуть другое поведение. Короче говоря, все еще разнится имплементация в браузерах, поэтому, скорее всего, нужно это будет ждать еще... нормального применения только в конце 15 года, в начале 16, но тем не менее я написал, то есть с помощью вот этого сниппета можно подгружать сюда какой-нибудь jQuery плагин, который вы использовали, тот же FullPage.js, и писать так же, как писали до этого. Вот такую интересную технологию предложил нам Microsoft, неожиданно, казалось бы, но тем не менее это так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ждите новых роликов от UWebDesign, и удачного всем дня, пока!